Так, друзья, мы едем на прогулку. Едем в парк. Это один из самых больших дендрариумов в США. Вот, немножко мы припозднились. Показываю себя, как я вырядилась. Футболка Дикинвай. Собака. Это мои старые штаны из Украины еще. Я оделась так, как было бы удобно. Новые ботинки. Это кеды. Не знаю, как они себя покажут. Это Guess. Ну и нашла такую кофтенку. Решила сегодня побаловаться золотишком, чтобы в тон было. Ну, в общем, поедем, посмотрим. С собакой, конечно, будет морока мне, потому что возьму ее на переднее сиденье. Поедем с открытым верхом по скоростным трассам. Ну, а это будет немножко страшновато, чтобы он оставался один. Так что будет у меня на ручках сидеть. Ну и сумочка, бедровочка, не знаю чья. Стив Маден, по-моему. Так, ну что, у нас 20 градусов тепла. Выходим. Покажу, как я садик свой вчера украсила. Ой, так неудобно с сумками. Жарковатенько. Короче, мой муж включил музыку на всю, решил повыпендриваться. Как малолетка. Чтобы все соседи слышали. Я разговариваю, потому что YouTube это заглушит. Мой цирк, я не могу. Как дети эти мужики. Так, ну все, мы выехали на скоростную. Скорость здесь сколько? 65, да? Впервые едем с открытым верхом по скоростной трассе, еще и с собакой. Муж за рулем. Испытываем нашу машиночку. Конечно, ощущения обалденные. Как летишь. Это наша первая вылазка в кабриолете в Вашингтон. Довольно-таки не длинная дорога. Ой, да, довольно-таки длинная дорога. Буся, конечно, мне тут мешает. Но, по крайней мере, я его держу. Так, попали в трафик. Бусик, вот, держу его. Конечно, с ним не поснимаешь, так как бы хотелось. Глаз да глаз. Причем он не хочет с меня слезать, там есть место. Ему интересненько. А мне как интересненько, что он меня тут толочит. Мечет. Своими лапищами. Можно? Муж перестраивался. Поснимаю, пока в трафике. Пока волосы дыбом не торчат. Бусянька. Прикольно. Погода отличная, конечно. Бусик слез с меня. Интересно, когда мы доедем. Там этот дендрариум работает до 5. Сейчас уже 3. И трафик. Мы сейчас с трафика уйдем. Мы сейчас перейдем на... Через 2 мили выйдем, уйдем на экс. В общем, я уже сказала, муж включает на всю музыку. Я ее выключаю, ну, как бы соцсети не пропускают музыку, авторское право. Блокируют. Если видео с музыкой. А вообще мы едем
На полную катушку. Все, можно музыку включать. Балдеем. Вернулись в детство, в молодость. Что ты говоришь, молодости не было? В молодости у меня машины без крыши не было. Кстати, бензин подорожал. Муж говорит, заправляли за 50 полный бак BMW, а вчера он заправил на 70. Вот и посчитать, на сколько процентов. Себя хоть в зеркало поснимаю. Летим. Я еще сомневалась, когда мы эту машину купили, правильно ли мы сделали. Но это такой кайф. Тем более, что в принципе здесь теплый штат. Здесь нет суровой зимы. И 300 дней в году солнечных. Мы уже в дендрариуме. Это огромный ботанический сад. Один из самых больших в США. Есть другое название. Арборетум. От латинского арбора, дерево. И вот здесь написано. Смотри внимательно под ноги. Могут быть черепахи и другие животные. Здесь, кстати, селится очень редкий вид орла. В этом году у этой парочки орлиной вылупилось два птенчика. Они снесли два яйца, там установили даже видеокамеры. Можно зайти на сайт, посмотреть. Ну, а мы сейчас продолжаем свою прогулку. Здесь можно с собаками, вход бесплатный. И будем искать какие-то интересные места. Площадь этого парка около 2 квадратных километра. Мы далеко, правда, припарковались. Здесь очень много растений собрано. Вплоть до того, что есть водяные растения. Коллекция. Есть японский сад. Здесь также деревья. Символы деревьев собраны со всей Америки. Каждый штат в США имеет символ своего дерева. В Мэриленде это белый дуб. Кстати, вот лежит какое-то дерево, не знаю, дуб это или нет. Так, ну вот какое-то интересное дерево, вернее куст, очень пахнет. Здесь где-то должны быть таблички, как все это называется, но я пока не вижу. В общем-то, я не ботаник, просто делаю обзор такой. Ой, красивое какое. Вот там таблички висят на каждом кустике. Вон табличка. Я только не вижу, как это называется. Указатели стоят. Ну, правильно, это научный центр, кроме того. Везде таблички. Как интересно. Все такое разное. Ну вот, это закрыто для публики. Здесь все высажено тематически. То есть поляна, например, с одними растениями, с другими. Но пока что мы полян не видим. Вот так вот идем. Куда глаза глядят. Там что?
стоп. И тут может быть посыпано. Птицы как поют. Я название даже не читаю, потому что я в этом не разбираюсь. Дерево тоже с красной ленточкой. Наверное, чтобы его не сглазили. Может, аварийное. Не знаю. Там что-то шевелится. Зверье какое-то. Лес. Оно, конечно, все здесь зацветает в разную пору. Что-то цветет сейчас, что-то не цветет.